Здравствуйте все подписчики моего канала, подписчики моей группы и те, кто смотрит меня сейчас случайно. Это итоги моего канала. Это временное прощение моего канала. Мой канал прошел бурно. Ну, то, что мне удалось собрать такое количество подписчиков с одного подписчика до 21. Это большой прогресс. Конечно, на моих подписчиков будет больше. И в группе 53 за этот год стало. Снова, знаете, 53. Кто хочет, вступайте тоже. Подписывайтесь. Давайте поговорим о тех событиях, которые прошли в мире. Наша олимпийская команда по... Ну, то есть олимпийская команда заняла первое место в Олимпиаде. То есть Россия заняла помощь и благодаря им. Во всем мире. Потом у нас хоккейная команда выиграла. Хоккей. Трав за Олимпиаду. Такая. Это первое плане этого года, который был в пол тоже, который поделился с второй половины этого года. Германия стала президентом футбола. Впервые дали новый свет. Самая молодая команда. Тут 2018 год станет. Снова футбол мира чемпионат. Наши готовы опять к ним. Но так же мы знаем, что в Украине творится. Все началось с конец 2013 года. И начинается до сих пор. Ну, из двух шоу прекратится. Так, кто можем подписан и подпишется до конца этого. Не, тот может. Если мне сделать. Мог попросить сделать этот рекламный ваш канал и группу, кто подписан там группу, а кто подписан на канал, тем канал, кто на там и там,
то и то можно. Начиная с помощи до конца этой недели. Который закончится через 4 дня. В своей группе ВКонтакте я сделал голосование на лучшую тур года. Это оказалось тряпкой под названием. Очень не знаю, как по-английски перенести. Но что их подобные съездили с таким же прочным названием, которое вы играете. Коротко приводит, что она стала лучше. Вышла на новом уровне игры. Призрака реальной. Надеюсь, в следующих ходах уже начнут еще кое-что лучше делать. Ну, а хочу сказать, что всех с Новым годом. Всегда будут под счастье, мир и войны. И надеюсь, новые рубрики будут лучше игры года и таких потом лучше взяла, надеюсь, посмотрим. Я буду больше развития моего канала. Всем Нового года и до Нового года, связи. Считанные часы, даже минуты и секунды. И непосредственно всему году независимо от часов пульса и местохождения.